Приветствую вас, друзья! Большие познавательные конференции Тинториум – это новый формат для тех, кто не безразличен к своему собственному здоровью. Через конференции компания Тинториум рассказывает о своих научно-исследовательских работах. Ученые и врачи делятся оптимальным использованием апифитопродукции Тинториум. Это возможность прикоснуться к первоисточнику, услышать практикующих врачей. Ведь они не в теории, не понаслышке знают о целительных свойствах апифитопродукции. В прошлом году, прошлым летом я побывал на одной из такой конференции, где были замечательные докладчики, в частности, выдающийся врач и ученый Виталий Николаевич Ким, который дал много классной информации по этой теме. И вы тоже прямо в прямом эфире можете задать свои вопросы по здоровью своему или своих близких. Мне очень интересно узнать, а какие результаты получают при лечении своих пациентов, клиентов, врачи-апитерапевты, применяя продукцию Тинториум. А меня всегда волновала детская тема, то есть здоровье детей и пчелиные продукты. Очень важная тема, именно как справиться с аллергией, как избежать аллергии, потому что очень многим людям она портит качество жизни. Такие темы, как «Мы есть то, что мы едим», и «Активное долголетие» – это очень важно. Я хочу оставаться активной на долгие-долгие годы. Пойду сама и приглашаю всех. Приглашайте и знакомых ваших. Будет очень интересно. Я обязательно буду смотреть эту конференцию и рекомендую вам тоже к ней присоединиться. А для вас здоровье – ценность? Приглашаю вас. Приходите, слушайте, задавайте вопросы и будьте полностью здоровы. Не пропустите эту конференцию. Обязательно ее посетите. Я приглашаю вас на новый цикл, который пройдет этим летом. Приглашаю вас принять участие в больших познавательных медицинских конференциях. Посетить конференцию не так уж и сложно. Нужно просто нажать нужную кнопочку на телефоне. Оставайтесь здоровыми вместе с Тинториум.